чего начинается бизнес? С закупки оборудования, аренды офиса, найма сотрудников. Нет, бизнес начинается с идей, которая появляется у вас в голове. И далее, самое сложное – это донести эту идею до других людей, получить клиентов. Согласитесь, что если вы начнете с того, что закупите товар, арендуете офис, наймете сотрудников, то это неправильный, не тот путь. То есть, если вы еще возьмете деньги у инвесторов и начнете вкладывать это в материалы, в оборудование офиса, в закупку товара, на который еще нет клиентов. Согласитесь, это не тот путь. Не тот путь. Согласитесь, что перво-наперво нужно сформулировать вашу идею так, чтобы можно было донести ее до большинства ваших конкретных потребителей. Это еще называется уникальное торговое предложение или неотразимое предложение, убойное предложение. Какие термины еще вы знаете? И это предложение должно быть сформулировано таким образом, чтобы ваш возможный покупатель, даже если хоть краем глаза он увидел ваше сообщение, чтобы он заинтересовался и не смог пройти мимо. А как правильно делать такие неотразимые предложения, я буду рассказывать на своем мастер-классе, который будет проходить в эту субботу в 12:00 Москвы. А пока вы можете записаться ко мне на бесплатную консультацию по созданию таких неотразимых предложений. Я готовлю книгу о маркетинге и продажах, о привлечении и удержании клиентов, и мне важно услышать, с какими проблемами сталкиваетесь вы конкретно в реальном бизнесе, и помочь вам их решить. На консультации я смогу дать конкретные практические рекомендации. И записаться ко мне очень просто. Свяжитесь со мной ВКонтакте, напишите мне личное сообщение, и мы договоримся о времени проведения консультации. С вами был Игорь Мратов. До новых встреч!